Конкурс граффити «Энергия лета» объявила компания «Караганда Жарык». Третий год подряд уличные художники рисуют на трансформаторных подстанциях. Красочные шедевры создаются на темы «Твори добро», «Подводный мир» и с юбилеем компания «Караганда Жарык». В этом году ей исполняется 10 лет. В конкурсе принимают участие 24 художника. До конца августа будут расписаны трансформаторные подстанции в городе Майкудуке и Юго-Востоке. В жилых районах уже расписаны 35 подстанций. Организаторы обеспечивают мастеров всем необходимым для успешного создания уличных шедевров. Предусмотрены денежные призы за лучшие работы. Самому юному конкурсанту Вагазу Валитову едва исполнилось 11 лет. Тема его работы – «Подводный мир». Для него это первый серьезный конкурс. Его соперники – местные художники. В районе Голубые пруды уже завершил часть своего шедевра Дмитрий Ворона. Кстати, он уже становился победителем подобных конкурсов. «Подводный мир». Где еще увидеть можно? Только по телевизору? Красиво нарисовано. Я хочу тоже рисовать такие рисунки.